достаем чисто пешек. Чекаем вот такое чисто. Итак, всем привет, с вами как всегда я, Сури Дэмэ. Какой-то невысый мужик. Фактор. Богдан Фактардович. Сегодня у нас рецепт паста с грибами. Для этого нам понадобится лук, макарошки, грибы, профессиональная нарезка. Положи его вот так на ребро и режь вот так полосочками. Так. Ну да, вот так вот примерно. Вот. Он моет грибы мега тщательно. Я пока что снимаю. Сейчас буду резать. Какая-то. Что делать дальше, я вам покажу. Вот начинаем мы прожарку, собственно, раскаляем чугунную плотную сковородку. Эту, блядь, тарелку лука. Ну ладно. А Вова скрепляется что-то на самом деле, вот такой же скрипит. Главное, чтобы в нос лук не попал. Берем обычное масло для начала. Делается для того, чтобы сливочное потом не сгорело. Так, ты этот гриб, давай этот ускоряйся, скоро уже выйдем грибу. Потом берем вот такое вот хуйню масло, да. Вот так вот, такой вот плотный кусок. Не разрачиваем, да, вот этот здоровенный кусок сливочки. Ну, блядь, сливоч дрочится. Грибы тоже дрочатся. Все дрочится, все кончается, все мастурбируется, скалируется. Да. Сейчас грибы-то делать. Вот. Кидаем прям к этому сливочу. Весь наш нахуй. У тебя кубиками надо поехать? Не, он сейчас раздрочится. Он просто слипся. Вот такая вот луковая масса. Кто-то скажет, что лука невероятно дохуя. Я с ним соглашусь. Лука нереально дохуя. Мужики должны любить и уважать лук, так что все нормально. Сначала жарим лук, потом добавляем туда грибы. Да, ёпта. Пришло время добавить грибы. Ты берешь просто туда какой-то? Да, давай. Ну, вы же, чтобы не рассыпать. Да, рукой, блядь, в итоге все, разъебал. Ну вот, вдвоем как-то. Все, вот полная складка грибов. Но это пока. Это пока. Это пиздец. Они настолько сильно уменьшатся, я заговорю. Их там не будет нихуя очень скоро. Вот так вот, блядь. Сейчас мы их, блядь, посолим, поперчим. Ну сейчас немножечко так, чтобы они чисто это, блядь. Вижу, вот такая микросоль. На камере на них не видно почти. Микро поперчим. Мне кажется, может быть, неправильно стоит перчить их. Неправильно. Ну, чуть-чуть. Потом, когда сливками зальем, еще раз посолим протеинка. Может, сейчас лук тут исчезнет. Давай кофе добавим, потому что протеиновые грибы. Заебись тема. Ну, все эти главные просто помешивать, чтобы они, как они зажарятся. Можно еще масло добавить, чтобы грибы его на секунду все впитали.
дальше уже будет подсолнечное. Грибы масло впитывают. Они сначала кожу набирают из себя. Они могут изначально впитывать. Ну, видишь, уже сухо, там нихуя нету. Ни воды, ни масла. Да. Значит, они греть не будут. Лишним не будет. Запись вообще идет? Да, идет. Ну все, грибы жарятся, когда они там, да, докумарятся, мы вам покажем. Курят тут, блядь. Два дебила. Вот такие вот перчики, блядь. Чувак, это перчик. Снимай, как я его достаю, типа сейчас я буду напуканивать. Достаем чисто перчик. Сейчас он вот такой чисто. О. О, перчик. Такой вот перчик. Немного поломанный, но ладно. Пахнет жутко. Так вот. Хотя, думаю, сейчас типа его не обязательно резать. Ну ладно, похуй. А там поменьше только было. Ну да, потом его типа нарежем уже. Ладно. Чтобы он мега свежий пошел уже, сами сливки вырубай. О, грибы в процессе варки выделяют влагу. Удивительное открытие. Видите, сколько ее. Помните ту огромную массу грибов? Вот сейчас это уже, ну, не так-то много стало. Усели раза в 4, наверное. Потому что с горки тут было. Вот. Продолжает жариться, когда вытопится влага, блядь, продолжим снимать, ёпта, блядь. Так, вот, видите, грибы прожарились. Вот так вот, блядь. Воды в них уже нету. И пришло время добавлять сливки. Давай, ебашим сливки. Так, вот, плотно. О, чем вообще-то спихнул грибов. Они нарвают или нет, блядь? Ну, мы не все разберем. Помой нахуй свой палец. Я в жопу его съел. Грибобас у нас получился. Да. Во. Ой, ты, блядь, туда камеру засунул. Все, поставь ее на пол. Кошку ты с ним будет вырезать. О, сейчас этот сливки загустятся со временем. Теперь время... Перчика. Да, вот солим уже в этот раз так. Больше соли. Блять, тут соль, блядь, не солится нормально вообще. Не, ну могу сладкая посолить, но не буду. Вот так, блядь, распределяем соляги. Ну, подручи, подручи. И надрачиваем вот так, опа, перца туда. Давай, давай снять. Достаточно плотниково. Сыра, думаю, можно чуть попозже пахнуть. А, перчик, блядь. Тащите перчик. Ой, нарезанный красный, тот самый. Давай. Да. Вот такой вот перчик. Не видно, получалось. Так, снимите, пока он видно. И размешиваем его вот тут, вот так вот. Сексуально. Все, перец растворился. Он отдаст свой вкус, ёпта. Так, обратно на базу. ГСА, база кормит. Думаю, сливок нормально. Да, лишнее вырезать, обычно то, что надо просто грибы доготовились, теперь макарошки. Ебать воды дохуя. Она не утечет, блять, этот. Нет, вода. Потише сделаем. Она не сейчас быстро туда опустится. Со скоростью это они падают. Понимаешь, что они нереально тонкие. Это... Засекайте где-нибудь 3 минуты, блядь, чё, как они покрыли. Сейчас засекаю. Вот происходит, макарошки. Все, ебашу, сейчас сюда, потом сейчас нереально будет с тобой. Давай, ебашу, блядь.
Да, значит, немного жижи это добавить. Ебать! Ебать копать, снимать что-нибудь. Ебать! Перемешать надо. Да мы все пизда, гениально, просто сыра сверху не ебнули вообще. Блять, это не весело, а этой хуйней типа не перемешать, да, вообще, мы сами что-нибудь. Блять, у тебя столько сыра утекло, ну, пиздец. Его мало. Нереально дохуя макароны, и на них нереально мало соуса. Я счастливый. Поставь это. Да, и поздно слишком засыпали, все испарилось. Все макарон слишком много. Вот так вот получилось в итоге, такая вот месиво. Вот так вот выглядят тарелки. Сейчас будем дегустировать. Блять, сука, слишком. Как вырубить. О, все. Ну сейчас мы чисто этот микро-дегустейшн запишем, значит будем под аниме хавать, так что да. Ну, дегустация таких вот макарошек. Да, они высыхают, пиздец, быстро. Нет. Такое вот месиво макаронно-сливочное. Макарон слишком много, поэтому они такие сухие. Если бы макарон было меньше, типа, ну там, соусы такие были бы. Нет, я не видел, как оригинально. Ну, прям даже соуса был. Не, ну макаро... Не, ну... Грибной вкус чувствуется. Или это какая-то здесь? Сыра много, это вообще не... Простота. Сыр, кстати, да, он не чувствуется. Но сыр, по-моему, не чувствуется. Что, открывай пиво. Ну да, перчик чувствуется. Его меньше всего добавили, а он больше всего чувствуется. Я с косточкой на перчик. Ну да, мы её филипируем, думаю. За вас, подписчики, за вас, подписчики. Заебись пиво. Пиво, бат. Четыре банки там этот склад. Какой-то фельдшоп, чем какой-то. Импорт. Индийский бледный эльф. Крафтовое пиво. Что-то у нас 5-7. Такой вот фрэк. Ну, а на этом... А, на оценку. Как вы оцениваете данное пиво? 10. 10. 10. Можно лучше, но нельзя. Будет за 11-12. Ну да. В следующий раз сделаем на 12. Больше сливок, меньше и нормальные макароны, если сделать. Чтобы оно прям сочное было. Попрощайтесь. Всем покеда.